Балтимор. Что у нас тут Балтимор приготовил? Давай посмотрим. Балтимор всегда короткие видосы, но они прикольные. Блять, громко. Когда я играю с рандомами в сквадах, у меня вот так вот, чел, вот так вот. Блять, это жиза. К сожалению, все гамбургеры закончились. Па-па-па-па-па, пизда руки. Капсула с порошком, блядь, застряла и не отдает свои питательные элементы в одежду, блядь, а просто тут нахуй чилица лежит. Иди и работай. Блядь, вот вставь котика в любое видео, и он всегда будет милым. Всегда видео приобретет очень, блядь, милый характер. Как это, сука, работает? Помянем. Просто помянем. Попутного ветра тоби в сраку, кожаный ублюдок. Вертолет не разъеби, газ убери, еблан, пока никого не наруби. Тумблеры вверх, мешок с костями. Y'all better hide! Y'all do your thing! Okay, I'm gonna grab this hammer! I'm gonna grab the hammer! Chingate, madre, wey! Chingate, wey! Chingate, cabrona! Vete la ching... Это чё? В VR-е такая игра? Это, блядь, в VR-е такая игра? В VR-очках? Y'all better hide! Y'all do your thing! Okay, I'm gonna grab this hammer! I'm gonna grab the hammer! Да ну нахер! 100 тысяч лайков, ёпта! Я не хочу просто в это играть, у меня сердце лопнет, ребята. Я боюсь всех этих хорроров вообще, да обосраки. 100 тысяч лайков, сейчас как раз я студию новую доделываю. 100 тысяч лосей на этом видеоролике. Блять, я сыграю в эту игру. Только напишите мне, как игра называется, хорошо? Я хер с ним, но это будет, блять, такой контент, мать его! Что просто, я не знаю, весь YouTube опять ржать будет. Потому что в хорроры мне нельзя играть. Я спойлеры не смотрю, мне, блядь, страшно всегда. Все, 100 лосей, я эту поебень запущу. Блядь, ну страшно, жесть как. Я, блядь, в хорроры вообще ненавижу играть. Плюс штукатурка, блядь. Блять, работает. Да, повезло. Мой хозяин идиот. Блять, руки, крюки, не уходи, я тут голый, я купаюсь, стул, блять, я не хотел этого. Блять, белка! Так смотри, ему похуй, он нападает, ёбаная, все, блять! Мыши тащут, блять! Помоги, пацаны, блять! Где нахуй? Можно потереть. Это первое. Первое на ютубе видео с ароматом. Чувствуешь? Чувствуешь? Чувствуешь, кстати? Это Валера. Блять, кто сейчас вдохнул, плюсаните тоже, пожалуйста. И лайк поставьте. Я поставил. Который моет окна. Хватит меня снимать. Собака сутулая. На Украине. Да, на Украине. Донецкая его пригород. В Донбассе. И начнем с последних новостей из Донбасса. В Донецк. Срочное сообщение с Донбасса. Последние сводки из Донбасса. Тем временем в Донбассе. Сейчас. Как я смотрю телевизор, блядь. It's time for a party. Блять, боги монтажа деревенские. Нахуй, это, блядь, бобер! Это реальный бобер, блядь!
Ебать. Бля, бобер, кстати, опасный. Куда ты выскочил? Садись. Богдан, ну ты! Собака, ты тронешь! Блять, вот поэтому я в ПАП перестал играть. Мне звонят и спрашивают, как там погодка у вас на острове. Очумительная погодка, просто шик. Короче, ну, мои друзья погода. Из Африки говорят, Антонио, как ты можешь жить в России, там пипец голодно. Я такой, и здесь голодно, ну, зато здесь вода есть. Окей? Вода есть, бро. Мне, блядь, кажется, что он на родину приедет, его убьют нахуй. Прям там же просто или съедят, или просто он день пропадет. Я железно говорю за такие шутки, блядь. Кажется, очень херово закончится. Ёпта. Священника вызывайте срочно. Экзорциста, блять. 80к онлайн. Я вам не верю! Я вам не верю! Я не верю! Я не верю в лайки, я не верю в онлайн! На-на-на! Вы еще скажите, что сейчас все еще 80 тысяч подпишутся, да, на канал? Давай, давай, удиви меня, ага! Давай, блять! Давай! Ну давай, давай, подпишись все на канал, ага. Сейчас, да. Сейчас вот я прям, блядь, взял и поверил. Блядь, откуда тогда 63 тысячи лайков? Да как это нахер работает? Читеры, блядь. Мы уже все подписаны. Че, YouTube первый раз в жизни всем прислал оповещение? Бывает такое. Барапам. Так, ну за пора барапам сразу ставлю лайк. Так, все, лайк стоит, я подписан, колокольчик прожат, ты тоже не забывай подписываться на инстакарточку мою, на все, там вот внизу ссылки в описании. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.